Всем привет! И сегодня мы устроим соревнование между подписчиками в Оксфру. Между моряками и пиратами. Битва начинается через 3, 2, 1, 0. Я ничего не успел сделать, что происходит? Я не знаю. Водите, блядь. Чё это? Ой, блин, чё это такое? Как я понял, все пираты были уничтожены этими огромными взрывами. Я даже не знаю, что там происходило, но там все взорвалось. Мы решили немного изменить соревнование и попыть к Лизей. Там нас ожидает битва с Тестом, Веномом и Припаркуйте корабль, хорошо, пираты. Ты сейчас с самым высоким уровнем будешь драться против этой армии. 3, 2, 1, 0. Ой. Где наш этот самый главный? Это тесто, как я помню. Если он атакует, то около него появляется такой кружочек из теста. Поэтому мы не помним. Такой кружочек около него летает. Где он? Вон он бегает. Он потихоньку бегает и вас по одному уничтожает. Че он такой быстрый? Его, он вообще очень быстрый, да. За ним дракон полетел. Он дракона убил. Ой. Все умерли. Ух, все умерли. О, какая у него сабля, смотрите, огромная. Готовься нападать. 3, 2, 1. Его сразу заморозили. Огромная людишка стоит. Ой. Бомбежка. А, куда он улетел? Он в космос улетел. За ним все полетели в атаку. Я его не вижу, он снова стал великаном и прыгает куда-то. Он в небо улетел вообще. Он приземлился снова на арене. Так. Наверное. Со мной и без меня ничего бы не изменилось. Его заморозили, он пропал. Его уничтожили? А не, его убили. Просто одна платформа осталась. Веном, готовься нападать на них. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Веном отправляет. Он превратился в дракона какого-то. И сейчас вас всех съест. Начался обстрел. И я не вижу Венома. А вот он живой до сих пор. Он летает здесь. Это наши моряки, которые прямо сейчас будут прятаться. У вас есть 3 минуты, чтобы спрятаться. Время пошло. Вон там джунглевый остров, плывите на него. Можете. 3, 2, 1, 0, отправляйтесь. Так, Веном летит. Кусок теста. Вот этот самый джунглевый остров. Так, сначала нужно поломать все деревья. Говорю пиратам, ищите в деревьях, либо же непрозрачно. Будда превратись в Будду. Оу! А, у нас же хаки есть. Я хаки. Тебя нашел. А я одного нашел. Одного нашел, он от меня убегает. Я помню. Вот. Убивать. Вот он нашел. Уничтожай. Вот он нашел. Шинг! Все, разрезали пополам просто вообще жестко. Ой-ой, перелетает. Вот он, лайт. Не убегай, я тебя нашел. Вот он на ступеньке меня нашел. Ну это... Помогите лайт догнать. ВК-билдер прячется между деревьев. Надеюсь, он спасет. Вот ВК-билдер как раз от меня и ранее, когда я... Я тут просто сижу, я уже умер, я мертвым был, просто сидел. Гигант срубает гигантское дерево. Нашел одного! Он там был, в дереве? Да, я его нашел на деревьях. Бедная обезьянка. Я никого найти не могу. Ну как от меня убежал этот, как он там? Кто-то в живых остался? По-моему, все умерли. Сейчас я посмотрю. Так, на этой лодке те, кто проиграл, сейчас находится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Из 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все 7 человек были найдены. Подожди. На этом наше видео заканчивается. Спасибо всем участникам, зрителям. У нас с вами был Геймс. Всем пока.